что у нас сегодня необычное видео будет. Да, необычное видео. Сейчас люди будут выбирать или Багиру, или Акиру. Сейчас поедем, покажем, встретимся. У нас, как всегда, мужу подарок. Жена хочет сделать мужу подарок. Ей понравилась Багира, но везем на двоих. Просила показать двоих. Ой, Багира, иди сюда. Багирочка. Акира у нас лезла в краску, яйца красили. Багира решила тоже покраситься чуть-чуть. Иди сюда, Багира. Багира-то. Да, пасхаль. Ой, ты что такое? Вот ты прыгуть. Да, ты прыгуть. Вот. Багира. Возможно, это твое последнее видео. Багирочка. Багира. Так и будет, да, Багир? Ну, ты сладкий такой ребенок. Да что такое? Ой, бешеные девки у нас, конечно. Вон у нас мука на диване. Стащили пакет. И тортик. Ну, что скажи бабы, да? Что скажи бабы? Все искупанные, вот так вот. А Кира у нас влезла. Ага. Иди сюда. Вот, сейчас покушают. А, отец здоровый, там с ума сходит на улице. Пасхальное яйцо, да, влезло в эту краску. Искупанные. Вот они. Кушайте, девки. Для кого-то это последнее видео в нашем доме. Надеемся, что будут нам фоточки присылать. Так как кто-то из них останется в нашем городе. Это первый ребенок. Кто остается в нашем городе. Вот сейчас ездим, посмотрим, понравится, не понравится. И, конечно, мальчика хотели, но мальчиков у нас нету черно-белых. Да? Ай, вкусно! Новый корм купила сегодня. Ну, опять говядина ж. Кушают, нравится. Акирку заберут. Сейчас посмотрим. Акирочка покинет наш дом или Багира. А? Да. Ну что, поехали, Маш. Покажем. Маша не грустит у нас, да, Маш? Ну, посмотри на нас. Не грустишь? Не, не грустит. Все. Да. Хоть один ребенок останется в нашем городе. Так, кто-то там, походу, Лех на кого-то наступил. Ну все, давай отправляться в дорогу.